поверю. Все равно чудеса сбываются. Они были... А вы верите в чудеса? Да! И я верю до сих пор, хотя я уже очень-очень взрослая. Вот, поэтому я вам желаю, чтобы вы как можно дольше верили в чудеса. И обязательно Дед Мороз принесет вам подарки, и ваши все мечты сбудутся. С Новым годом, мои хорошие. Спасибо. 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 И та сказка хорошая, которая у вас будет, ждет. Девчонки здесь прекрасные, красивые, настоящие принцессы. Вырастет Снегурочки прекрасные леди, а мальчишки, вы посмотрите, какие так гордость действительно школы, всей нашей молодой республики, тоже с такими улыбками будут настоящими богатырями. И никогда вас в обиду не дадут. Правильно, мальчики? Да! С Новым годом! Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут. Белки шишек не грызут. Кстати, рядом с волком там чисто елки. Дождик тоже непростой. Новый год он золотой. Лисит, что есть мочь. Никого не мочь. Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос. Наступает Новый год. Что он людям принесет? У каждого, кто трудится, у каждого, кто сумел, пускай желание сбудется, чего он не хотел. А я еще слово благодарность. Спасибо вам за... Спасибо вам за поддержку и внимание. Спасибо за добро и понимание. Всех с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы Дедушка Мороз принес во мне и счастье. Стесняется. Настюш, кому вы хотите подарить открытку? Богдан. Можно я подарю? Еще раз, с Новым годом! Да! С Новым годом!